Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть FFA сериал Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Грузию против семерых соперников. Если же вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра и напоминаю, что в комментариях не приветствуются бессодержательные спойлеры и оскорбления участников. Слушай, ну нафига ты это сделал? Ты хотя бы предупредил. Ты видишь, я воюю с персом, у меня там стоят юниты. Хатусил. Бразилец. Чего? Ты, видимо, хатусу перекупил у него? Да, он у меня перекупил хатусу зачем? А я просто влился туда. Я ж откуда знал, что ты не купил ее по максимуму. Ну, при освобождении там дается 3 посла. Я думал, он там докачал до максимума. Ты 6 послов туда сразу запихнул прям. Так, блин, на аэродром. Ну сорян. Я ж откуда знал. Будешь наказан. Алексей, я понимаю, что занят. Если будет свободная минутка, убери рабочего с моей горочки. У вас там Санкт-Петербург. Где там действия боевые вообще? Купил хатуса, выдворил гвоздин. Какими темпами ядерка полетит раньше в Америку, чем у меня. Ты там уже проект делаешь. Так, продолжаем. Сейв загрузился, вот уже тут прибыл флот Курдезаса, обстреливает мне Медину. Ну, во-первых, мы можем... Точнее, мы строим уже, я строю самолеты. Аэродром завершен. Биплан, так, значит, арту надо... Смотрите, где-то у меня уже бежала арта. Ага, вот она. Да.
Американец? Да. Туда ты, Лиссабон, перекупай по этим... По послам. Так у меня вроде нету торговых юнитов на воде. Мне особо не страшно. Чем Лиссабон такой успешный город? Для Лёши. А, он воюет просто с ним. Типа, он не хочет, чтобы он с ним воевал. Он не дает грабить морские. Да, без таймера, но я хожу еще. Так, где же? Черта моя, вот. И вот. Арта, как ни странно, против флотов почему-то очень хорошо работает. Так, мне нужны еще воздушные шарики. Что, гранаты со мной воюют? Серьезно? У меня даже тупого рана нету на территории. Понимаешь, что у меня самый большой город? 20 жителей. Сколько жителей? Jim said the bees were stinged. 22. Леша тоже 21. Ну, у меня столица 22. Где у меня 21? Рустави. А, Рустави, да. Надо было мне взять этот не тронуть, я надо. На жилье их сейчас на губерн Сан-Паулу, а Рейджинес 22. Так, значит, Халкидики, Виктор, а кто там уже улетает? Американец, да? Да, так улетаю, что у меня даже лунные экспедиции не открыты. И уран не открыт. Ну ты единственный, кто построил космопорт. Ну, и... я не туда и... зарулил. Будешь наказан? Я так понимаю, все вышли в уран, а я думал, будет гонка. Да. Тут понимаешь, в чем дело? В шестой циве. Почему надо сначала в уран? Просто потому что тебе в любом случае его надо открывать для победы космоса. Он тебе в любом случае нужен. Ну да, да, да. А так как... Сейчас я это уже понял. Тут
получается, раньше строят бомбы и скидывают, чем ты можешь вообще, в принципе, улететь в любом, в любой этой ситуации. Да, да, именно так. Ладно, в Питер отправлю. Ну, во всех тех, наверное, переживать, чтобы успеть улететь раньше. Одно понять не могу, почему меня поставили за свечку. Ну, может, у тебя там либо шпион, либо караван? Ну, моего единственного шпиона сняли. Что здесь делает рабочий, давно. Блин? Тоже компьютер походил. Ну, у меня есть предположение. До сих пор меня один раз опередили в постройке чуда давным-давно, и теперь каждый раз при сейве это мне сообщается. И меня два раза вот спамят. Там же вообще показывают всех побежденных игроков, людей, все построенные, ну, да, чудеса. Да, но это еще можно как бы понять, как, ну, типа, вспомни сейв, вспомни, что было. Блин, класс. Еще у меня висит, вашему юниту необходимо отдать приказ, но никуда не переключается. Хорошо, shift-enter работает. У меня такая же ситуация была. Лёша точно Казань не зря снес. Почему? Ну, если там урана тонна было. Ну, там и Питер до этого урана достает. Ну, вообще, да, тут тонны урана. Четыре месторождения урана. Ну и пять, можно сказать, есть, которые на моей еще территории. Ничего себе. Пять месторождений урана. И, ну, все на границе. Можно еще заметить, что у русского... Some men are using its materials. Много юнитов. Очень неплохо, я бы сказал. Я построила Бродвей в Питере. Это Эрмитаж. О, не, посмотрели. Блин, у него тут шпион сидит. Боже, конкистадорам надо было плыть в Питер. Вот где. А тут еще подлодки плавают. Источник жизни это нахуй. И этот. Эльдорадо, во, Эльдорадо точно. Питер это точно Эльдорадо. С кучей чудес. Ну, надо арту беречь. Конечно. Бомбардировщики, тут еще эти приплыли. Он решил серьезно взяться за мои города. Кордезас, ну ты в курсе, что тебя надо Тбилиси брать, а не...
вообще любой город. Мы смотрим в центр дорогу за гараж. Для корабля. А Хатоса будет жить или убили Асисус? Все инженеры этого пропустили, трындец. Да Хатоса снести же можно. Белиси нельзя. Пока в игре небольшое затишье, спешу напомнить, что это видео вышло при поддержке глобальной браузерной космической стратегии ConsoleWar.ru. В параллельном мире на Землю напали рептилоиды, и только консулы, игроки из нашего мира, управляя через канал связи колониями людей, смогут победить проклятых рептилоидов. На моей памяти первая браузерная игра, в которой креатив ценится больше постоянного в ней нахождения. Не забудьте после регистрации воспользоваться бонусным промокодом Лёша играет. За всю игру третий ворон союза получил. Такое вообще возможно? Возможно, я получал. У нас там, кстати, неплохой бонус, ну, за каждый ход накидывало не только за караваны, но и за сделки, и еще какие-то источники. Вот, с 0.25 points, по-моему, делал Other Sources и From Your Элис Other Sources. Это сделки получается, потому что больше-то вроде ничего нет. Мне написано, что это вам достается 20% туризма, получаем у вашим союзником от города. Это самый штат культурно. Я имею в виду, уровень повышается за счет чего? За счет караванов и. Ну да. Ну там единица по умолчанию капает, плюс по 0.25, то есть от караванов к тебе и ко мне. Ну то есть отправил, то еще 0.25. Если ты ко мне отправил, тоже 0.25. У тебя один караван. Save lives and improve health from Stettin in the Baltic. Он разграбил аквапарк. Какой ужас. Блин, ты вредину обстреливаешь. Или это не ты? А, нет, ты. Так, значит, меняем карточки. Во-первых, надо. Мне даже интересно, алюминий-то у меня есть? Че, и алюминия нету? Ну это просто конченый анлак. Все, не убьет. Мы в центре карты. Ни алюминия, ни урана. Ничего, добрый американец не подкинет, да? Уранчик. Да, без проблем вообще. Я могу тоже уран подкинуть. Мне бы хотелось, чтобы вы бомбардировали перса жестко. Это может такое быть, если я уран дам? Я открыл ядерное устройство. Осталось проект над Хэттом и следующий. У меня уран, в принципе, есть. Так, значит,
подводную лодку, армаду. Здесь строим. Здесь. А, тут ангар. А обычные бомберы могут нести ядерки? Ядерки, да. Термоядерки нет. То что-то дало реактивных мин. Ну, хода 6, точно. Так, блин, давайте карточку на плюс 100% морских юнитов создания. Вообще, конечно, надо апнуть. Ладно, пока так. Может, мне в коммунизм перейти? Русский, бери ученого. Полюбасы тебе нужен. У меня нет выбора, у меня... Я не могу отказаться. Уже все отказались, меня кинули. Полюбасу. Так, содержание плюс 100%. И... скидка на улучшение юнита. Ну просто ты только из всех и идешь в этот. Я сейчас иду на дебит, у тебя здесь столько тропического леса, что я надеюсь получу от него немножко. Давайте вот эти опять арсенал включу. С Александром через ход мир. Заберу этого ученого на артефакты, почему нет? Здесь надо македонский предложение. Проект Манхэттен продолжить. Сейчас уж на следующих. Апнуть танк в современный танк, чтобы больше сил к городам было. Производство с них город при своем развитии получил не сильно много. Македонец, предложение. Так, а еще на самолеты у нас где карточка меня интересует. Все морские юниты сейчас строю, конечно. Но мне еще на самолеты хотелось бы. Македонец, еще предложение. Кавалерия. Вот. Нового времени, эпохи атома. Союз вообще сколько ходов работает? 25, кажется. Нет, там написано 20, мне кажется. Там же написано, когда ты вкладку в союз заходишь. Юнит готов к повышению. Там перс где-то убил моего. А, это он союзник. Понятно. Это союзник грека был. Грек, еще предложение. Где у нас вообще сейчас артефакты в Буэнос-Айресе? Пока нет. Потому что вдруг ты слишком далеко ускакаешь. Македонец еще одна. Так, ангар. Завершен. Вот, самолетики.
Блин, мне надо в более современные самолеты выйти. Три биплана. Три биплана я построю. Странно, почему они там торговцы пропустили. Все. Эти, пожалуй, удалю уже. Вряд ли я его буду апгрейдить. Блин, что-то я медленен. Македонец, а есть шанс, что ты объявишь войну Персу? Чтоб как-то Шахар Кумис захватить, например? Ну, ближайшие 10 ходов точно нет. И дальше, думаю, даже ближайшие 20 ходов точно. Десять ходов, потому что у нас союз. Вы про сильные войска персов говорите? Ну, в смысле, они современные. У него флот. У него большой флот. Он обстреливает флот. У него нету наземных войск. А флот, он как бы типа по силе слабее, чем наземный всегда. Ну, извини, если около моих городов броненосцы плавают. Ну, около моих городов армады линкоров. Они обстреливают мои города. Армады линкоров и подлодки. Грек, давай тогда хотя бы... Грек. Давай хоть что-нибудь. Так. Так, художественный музей. He had discovered a great law. Реально. От России выпал бы Грец, а был бы другой такой. Смысл в таком количестве сюзеренов. Точнее, вассалов. Стоит карте, ты пишешь про меня? Ну, ты же тут половина ГГшек за сюзерением. А у меня от каждого сюзерена ГГшки, сейчас тебе скажу. Кордезас, танк около Багдада. Две науки, две культуры, две веры и два золота от каждого сюзерена. А ты карточку взял? Угу. Так, могу я уже тут не ремонтировать? Не для России. Блин, а мани не назначены. Да, она стоит, стоит. Давайте, наверное, в Тбилиси назначим. Висит уже давным-давно. Тут сколько-то ходов нет, еще нельзя ремонтировать. Тут сколько-то ходов, если город не обстреливается, тогда можно ремонтировать. 14-16, неплохо так. Че, инженера никто не хочет взять. Долбит. Ты видишь, нет. А в Бразилии промышленной зоны вообще нет. Почему 0?
инженеров. Видимо, нет. Позволяет перебраться между аэропортами. Так, художественный музей, художественный археологический Рустави, Цхуми. А, Рустави, Цхуми, все. Археологов надо в Рустави, Цхуми построить. Вот в Цхуми я фигню строю, откровенно. Что, выйду в героическую эпоху? Так прилично проходит времени. Я не знаю, как у вас, но у меня 20 секунд таймера проходит, прежде чем я ходить могу. Примерно так же. Нравится такое. Подводная лодка, ну что? Еще делать? Нет, давайте. Археолог, и здесь археолог. Вырыем артефакт. К Александру, а к вот, Петербург, конечно, Сана, Москва, 4-5, Медина, 6 открываем, лучшая на авиации уже скоро будет. 1 биплан, 2 биплана, хотя может тут еще 1 построить за один ход. Давайте за один ход построю, потом опять на подводные лодки. Тут пока не буду кампус ремонтировать. Пригород, скорее аэродром лучше. Блин, а тут все, видите? Знаете, что надо строителя вот это все повырубать. Кстати, давно надо было сделать. Ну ты вот эту рану себе присоединил, да? Строителя.
Надо проверить, что тут не появились варвары опять нигде. Я думаю, Гордозас просто хочет атомку тут на меня покидать. А, так мне самому надо атомку строить. Я что-то забыл, что я уже открыл все. У меня тут самолеты где-то. Я отвечаю. Может. В каком-то далеком непробудном прошлом на этой планете в районе Казани прибыл ядерный полигон. Казань был ключевым городом, его разрушили. Что интересно. Плюс 100 проекций. А, ну, собственно. Ну что, по следующим векам сваливается в темные века. Яма кидает. Never mind the maneuvers. Just go straight at them. Сейчас все точно хотим. Ну как бы какой там буст будет? Ну, если ты имеешь в виду ядерный апокалипсис, то содержание юнитов снижено. Имею в виду, в конце, какой смысл от Золотого века? Там какие-то стремления полезные есть. Ну, там плюс 15% производства к военным юнитам и 75% снижение штрафа усталости от войны при объявлении войны Золотого века. В темных веках карточка на производство ядерок. Так, ядерка. Надо как-то распределить. Блин, ты мне столицу просто как упоротый накачиваешь населением. Ну слушай, взаимно. Ну у тебя видишь, что там еще этот сидит. Дает. А, да, он дает просто. У меня без этого. 102 еды в столице. Круто, че. А промки сколько? 90. 90. Здесь бы как раз поставить космопорт. Бразилия, союз будем пробивать? Вылез, блин. Ты какой, ты хочешь военный, да? Послал. Его рано тоже. Ну, по штучке без проблем могу. У тебя вон как раз есть по штучке, у меня есть. Что это вообще, кофе? Кофе у меня нет, есть. Русский, поздно. Ты уехали в Америку.
уплыли. Да. Интересно написано, когда губернатора ставишь эту тетку на золото, смотришь модификаторы, что там написано в городе, пишут плюс там сколько-то золота от дополнительного налогообложения. Тетя умеет стричь бабло. Рейна довольно приятный буст дает по голде. Когда ее вышибают, это всегда очень ощущается. Кстати, насчет губернатора. Always try to rub up against money. Не очень грамотно. But if you rub up against money long enough, some of it may rub off on you. Блин, злые варвары опять не попали ради приехали. Что-то в этой игре с аквапарками не ладится, не уходит. The release of atom power has changed everything except our way of thinking. Расставим. Меня волнует. Не сильно один ход убил меня, пошли театр. Извини. Второй космопорт где-то есть. И третий строится. Пора бомбиться. Эти вот есть ремонт внешних укреплений, но я не думаю, что сейчас пока это надо делать. Ну. Вот как в нанотехнологии роботы или расщепление ядерное, ядерный синтез выйду, вот тогда можете начинать. Спасибо, что объяснил, когда нам надо, и разрешил. Ничего, мы уже стоим под лодками рядом с границей. Я ждем команды бомбить. Я чувствую их спиной. Спинным мозгом. Ядерку уже нельзя купить за бабло. По-моему, нет. Это может даже хорошо, что он меня театр увел. Так бы я попал в обычный век, это все осталось. Ну вот, Лёш. Я буду смотреть с первых рядов, как бомбят русского. Русского? За что меня бомбит-то? Не знаю. Не то, что... мирный. Не то, что туризма много. Интересно, а почему тут наблюдательный воздушный шар бомбит? Что-то уже ядерки, что ли, полетели? Ну, не полетели, но... Тут как бы до Питера рукой подать.
Тут как раз аэропорт, смотрю, Лёшин стоит на границе ровно. Ну, весь вопрос в том, если у него ядерки. Я воюю с персом, но бомбить буду русского зачем-то. Русский самый безопасный. С русским надо самый продавить. Безопасный ядерный полигон в мире. Ну, что, мне чтобы культура победить, это нереально, нужно еще вас обогнать. Ну просто нужно было больше городов ставить. Это героическая эпоха началась. Да, кстати, надо смотреть, какие там. По мне так суть, это расширенная территория, чтобы клетки не покупать вначале. Бабло на них не тратить. Вот этого ученого не очень то, надо то, что забрать. Надо городов меньше станет. Поэтому так. Дает давайте к оружию возьмем, это нам не надо, открывает все озарения и шпионы мгновенно обосновываются. Rocket science has been mythologized all out of proportion to its true difficulty. Где у меня самое большое производство? Инвиктус, если бы ты Окленд перекупил у перса, было бы офигительно, потому что он ему очень много производства дает. Там у него 12 послов, у меня не столько. Да, но хотя бы понемножку туда бы. Пионов сажает он. Потому что это, ну, для морских городов очень крутой бонус. Ну да, кстати, у него тут клетки. 4, 2, 1, все. Обычные причем. О чем и речь? Ух ты. Нет, вот не то, но теперь жрачка идет. Что идет? Еда. Ой. Так. Что у нас тут по космопортам? Вот тут. Так, где у нас 70? 74. 95 в Талаве. 102 значит, в Талаве и в Медине надо строить. Это, подожди, в Каире электронную трубу не видим. Так, вот там Каир, Медина, Талави. Откуда эти варвары плывут? Только около Соликамска стоит этот долбанный лагерь. Сейчас его сниму. Так, мне нужен бомбардировщик, чтобы ядерку кинуть.
Да, грустновато без жадных баронов там. Да, он то сильно не довольствует, да? Так у меня был запас. Лёша еще так четко стоят города, что он еще одну кое-какую карточку может забузить. Так, этот выкупает этот. Значит, этого парня надо вот сюда отправить, наверх. Хочу этого великого человека. Для этого мы меняем везде на исследовательские гранты. Так, в Тбилиси мне космопорт не нужен, он долго строится. Ну, потом, может быть, достроим. Космопорт, все правильно, тут бомбардировщик надо достроить, тут. А зачем, почему тут инвестиции в центр коммерции вообще? Как он его раскрывал? Русские предложения. Ничего, Америка, у меня в Рио-де-Жанейро запас 33 лет. Качай, качай. Стольник, кстати, очень мощно получается. У меня тоже 39. Да у меня еще пригорода даже нет. Так да, в этом и прикол. В начале игры вообще в ванили жилья просто не хватает жестко. А сейчас понаводили кучу всего. Ну, у тебя, видишь, еще полянки, конечно, вынести. Интересно, какой-нибудь у ГГшки есть ресурсы нормальные? Нет.
игрушки бомжарские остались. Класс, не знаю. Военные ГГшки, даже и этих стратегических бомбу. Ресурсов нет. У этой гранаты, допустим. Забавно. Ну, кстати, она не использует. Ну, поле куда не делась. Топлин, селитра с конями есть. Так, ладно, мне, значит, нужен еще этот военный инженер. Вы варвары мне в столице счастья просадили. Че, идем в глобализацию? Потихоньку. Но он, смотрю, перк вообще офигительный. Экономически. Ну, там, кстати, вот это политическая карточка. Какая-то баганутая. Ну, дипломатическая, точнее. Написано плюс 10% культуры за каждый город, государство. Но при этом там значок не культура, а научный значок стоит. Давайте ядерный синтез таки пойдем. Так, космопорт где строить? Не в тему, тут алюминий мешается. Прям действительно рабочий здесь расчистить территорию для военного инженера. Там еще откладывается. Американец, а у тебя когда союз с персом заканчивается? Не скоро. Сейчас скажу. 10 ходов. У перса там лояльность падает в приграничном с Македонией городе. В городе они. Сейчас у него сядет губер. Так, губеры же вроде они. А, ну он вижу. Да. А он сразу дает лояльность. Да, 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 они сразу работают. Лояльность сразу работает. А, на самый удобный 1500 лет. Ну, хотя бы так. Как это бомбардировать? Ну, мне надо, чтобы какая-то бомба сработала. NASA spent millions of dollars inventing the ballpoint pen so they could write. Так. А могу с разрушенным кампусом исследовательские гранаты? Не могу. Давайте еще одна попытка. Блин, ну вот это...
не слишком поврежден. Еще и не добегает туда. Ну, ну вот все прям через жопу. Че, два хода надо тратить, тут расчистить, поставить эту. Пиздец. Так, ну, производство будем пускать. Куда больше всего производства? Потому что здесь мы будем вообще все караваны. Инвестиции в центр коммерции. Нафига? Я Эйфелеву башню построил. Тоже спрашивается, нафига. Ракетостроение. Партизан. Сейчас будем засылать к... Вот этот вот кулачок у форта Лео, который ты отжал, бал. Такой офигительный для форта. Какой баг? Ходил. Так, с этим ученым я смотрю все. Че, у тебя монахи взять. Такие тру, что вынесут ПТ команду? Не пугают. Это я понимаю. С кулаками на базуке. Они же монахи, они же... Шаулини. Боже, это ты из Антиохии? Может, может там какой-то шанс с пробитием на 50%? Может, там есть перехват и не пробивает тогда? На Омане. Почему-то. Почему он решил отступить? Америка сейчас может ученого взять скоро. У
Мне даже интересно, как Мелика меня обогнала. Это, наверное, ядерный синтез, а потом дальняя связь. Ну как, видимо, гранты делал. Крудызас, ты не хочешь с кем-то другим повоевать? А то пока мы с тобой воюем, другие люди улетают. Тебя это не смущает? Никак? Я вообще удивлен, что вы еще американца не разбомбили. Так и я удивлен. Я не собирался Александра убивать. Он меня вообще что-то... не трогает. Да. Он вообще меня не трогает. Я напал на Александра, чтобы Хатусу освободить, а не для того, чтобы с ним что-то делать. Мы вообще-то с ним это общались, а ты не слышал. Я ему сказал, что я нападу, освобожу Хатусу. Он был с этим согласен. Так, ну все, теперь надо передислоцироваться на часть карты. То есть мне надо... апнуть подлодки в атомные подлодки. Блин, я еще переключиться не могу. Там какой-то есть бонус наследия. Надо какой-то открыть. Грантает. Давайте я тоталитаризм открою. Три военных академии, что не построены разве? Так, раз военная академия. Здесь только конюшни. Здесь просто военная, и тут только конюшни. Так, надо в Телаве. Ну хотя там три хода, блин. Я не думаю, что надо отвлекаться от строительства космопортов. Так, ну, этот я явно уже не успеваю. Но все равно надо исследовательские гранты продолжать делать. Может, следующий будет хороший. Как начинается ход, Шон Бин сразу начинает что-то трындеть. Your Majesty. Так, что ты говорил? Ну, 24 хода еще за этот идет чрезвычайное событие. То есть перс вполне может еще захватить. А что ему взять-то надо? Тбилиси. Не знаю, не слишком близкий свет. Да, этого ученого американец берет. Я ученого у американца выкуплю. Ну тогда тебе надо сейчас это делать. Ну вот прям сейчас. Может, тебе еще денег дать? Ну вот да, 1400. Можете скинуться вам всего лишь по 350 голды скинуться. Так, знаете что, давайте мы в Багдаде построим гавань, потому что мне надо и то море контролировать, тут мне тоже нужно подводное лодка.
пока никуда не хочу, пускай стоит. Так, это у нас выполнение задания, вероятность побега, нейтрализовать губернатора. Этот у нас вербовка партизан. Есть тут где-нибудь у американца, вот у перса есть, у американца в Детройте. Давайте. Тут что, тоже вербовка партизан и ракетостроение. Ага. Ну, пока давайте вербовку партизан тут где-нибудь проведем у бразильца. У него нет ни одного пригорода. Здорово. Чё нам Америка вообще была близко? Нет, тогда давайте. Если вы сейчас его не возьмете, то следующим ходом я смогу его взять. Он следующий. Так кто-то ж там купить его хотел и не купил. Но у меня нет денег, не хватает. Ну так зачем ты так говоришь об этом? Тогда следующим ходом мне кажется уберет. Займите деньги. Поздно же. А, тебе занять денег? Интересно. Ну все уже было. Америка не придумал. Ой, да, этот ученый это всего лишь один модуль. Модули стоят по 900. Капа нет. Всего лишь один модуль это треть победы. Да мне еще. Слушайте, а там еще американец, кстати, конечно, вряд ли религиозный, но у него так неплохо распространена религия. То есть уже бразилец вместо его религии распространяется на перса. Это да. Ну, я ее распространяю постольку поскольку. У меня один район, 70 веры. И я при удивлен, этом... что у русского всего 7 городов в его религии. Но он свои только раз обратил, а кого еще? Да, и Виктор, бразильцы, видимо, там вера вообще немерено должно быть. А я не вижу смысла ее распространять. Ну, надо было взять что-нибудь, что давало бы тебе, например, культуру за чужие города. Там есть такая фигня. Я-то тоже религию взял только потому, что, ну, смотрю, никто не берет. Ну, наверное, что-то хорошее осталось, в принципе. Не самое плохое. У меня была карточка, где я покупал юниты, она закончилась. Потом я покупал кампус, уже закончился. Могу тебя, хочешь, обратить, Алексей, хочешь. Там уже поздно, почти. Да, ну, это... Это времени очень много занимает. Сейчас события можешь забить. Вот игра в малое количество городов, обрати внимание сейчас, Invictus, оно влияет на количество наук. Ты больше чем 163, ну там 200, просто не можешь уже сделать без районов. То есть это в начале... Высокая империя, но шестая цифра все равно подразумевает, что у тебя много городов должно быть. То есть вот как ты можешь нас вообще по науке догнать? Никак. Почему я не могу пусковую шахту построить? У меня что-то половина слов Лёша съела. Смотри, в конце игры
в конце игры наука, это уже в такой стадии, то есть промка, да, наклепать бомб быстрее там или улетать. А наука, в принципе, у меня, посмотрите, я совсем, ну, отстаю от вас, может быть, на... Вот я сейчас вот уже тоже могу выучить робототехнику, то есть. Кстати, я все-таки взял этого инженера. Так что Америкот без инженера сидит. Ну, ты взял инженера, а что ты... А бразилец взял плюс 100%. Ну, такой ненавязчивый намек. Бомбим центр карты. Ядерный полигон здесь. Ну, мне кажется, это немножко баговано, то, что, ну, после того, как первого забирают, пропущенного, дальше просто как? У кого руки быстрее, тот и тыкает. Как думаете, останавливать американцам? Ну, бомбить его надо, взял, как его еще останавливать. Сейчас бразильцы даже ближе будут, чем... Ну, я вижу бразильцев на борт. Зарение для всех информационной эры, вообще зашибись. Так, что-то тогда ядерный синтез, потом... У меня промки по этих космопортов, нифига. И они еще толком строятся. Так, я думаю... А, все, ученые. Ученые закончились. Теперь мне нужен... Что-то я не понял, как я его догнал, что-то не по очкам. Потому что он отказался. Видел, да, стоимость у него упала. Почти в два раза таких. Ну, в общем, было около 800. Уже. Задание выполнил. Курдизас не, пока без дружбы. Сейчас уже не до дружбы соседей. Какие-то строения, вербовка партизан. 84. Ну, загляните на consolewar.ru, а на этом пока все, продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.